Видимо, у всех взрослых на НГ мозги отмораживает. Не, это Снежная Королева заколдовала Аню. Надо было попкорн брать. Это что такое у меня в сумке? У всех скидывайте и снежками кидай. Ух ты, у тебя на экране есть, а в комнате нет. Так это и есть дополненная реальность. Кажется, в сумке еще что-то есть. Привет, ты на канале Magic Pets. Ставь лайк скорее на наше видео, если ты отмечал Новый год, как и мы с семьей. Лайк. А если ты праздновал с друзьями, то с тебя... комментарий, да, вот там внизу. Тем более, что волшебные появляются вот здесь в ролике. Мы в 2019-м! Поздравляем и желаем тебе, чтобы все твои мечты сбывались! Юми, ты вообще-то на мне стоишь. Я знаю. Мы в этой комнате нарядили свою маленькую волшебную елочку. А Аня в гостиной нарядила большую. И мы вместе сняли хаус-тур. Ведь мы наконец-то достроили Magic House и переехали. Так что обязательно потом сходи и посмотри новое видео на нашем общем канале Magic Family. Там мы с Аней показали дом и еще много всего. Мы оставили ссылку внизу в описании. И теперь в нашем Magic House у нас есть много места для прогулок. Тетя Софи, пранк называется «Морды в снег». Блин, не мечу, фу, еще мой пранк, еще раз. Я не мечу, теперь у меня вся морда в снег. Ну, тетя Софи, ты что, ты такая зануда? Морды в снег. Отстань. Теперь у нас тут куча снежных тоннелей, пойду спрячусь. Миш, ты куда? Пойдемте Мишу искать, пойдемте. А давайте ее обманем и с другой стороны встретим. Точно, Эйвен, побежали. Бежим, устроим ей пранк «Морды в снег». Короче, как ты понял, новогодние каникулы проходили весело. Но кое-чего не хватало. И мы решили... Не мы, а я решила. Этой зимой я буду Снежной Королевой. А я тогда хочу быть Гердой. Тогда Эйвен будет Каем, а я Альфидой. Точно. А я тогда буду Арок. Юми, он же мальчик. И он король троллей. Ну вот и я король троллей. Ну и что, что он мальчик? Но Юмичу... Ты же девочка. Ну вот опять вы начинаете. Вот вы опять ущемляете мои права. Король троллей, мальчик. Ладно, проехали. Пусть она будет королем троллей. Какой из тебя король троллей? Ты же говоришь, ты покемон. А Киса Алиса что, Снежная Королева? А что это я не Снежная Королева? А что сразу Алиса-то? Эй, привет, что тут происходит? Вы чего спорите, ребят? Аня, они не хотят, чтобы я была королем троллей. Кем? Вы о чем? Ну, Арагом. Ну, Ань, Снежная Королева, зазеркалье. И что? Вот, все взрослые отстают от жизни в Новый год. Да уж, это точно. Ань, в кино идет сейчас. Слышала, да, точно, знаю. Ну неужели? Это зимняя сказка с чудесами. Новые приключения героев, придуманных Андерсоном. Круто. Ань, мультик, как мы любим. Поняла? Все дети любят мультики. Все жители страны уже сходили на него. Я поняла, это намек. Ну, наконец-то. Видимо, у всех взрослых на НГ мозги отмораживает. Не, это Снежная Королева заколдовала Аню. Так, хватит, я поняла, вы хотите сходить на мультфильм. Окей, я вас отведу, я тоже люблю все волшебное. Ура. Идем в кино, ура. Ой, прости, Миш, идем на Снежную Королеву. А пока собираемся тогда, вот вам вопрос на засыпку. Кто бы, как вы думаете, мог бы стать домашним питомцем троллей? Я придумала, соболяки. Это полусобаки, полусоболи. А может тогда белушки? Полукошки, полубелки. А давайте снежки. Это такие волшебные снежные существа. Откуда в ваших головах такой бред? Вот именно, утки. Утки это круто. Юмичу, пусть лучшие ребята в комментариях напишут свои варианты и заодно проголосуют в вопросе, а нам уже пора. Так, ребят, сейчас уже начнется. Он, оказывается, с 1 января в кино идет. Надо было попкорн брать. Юми, попкорн для людей, а не для животных. Мультики тоже для людей. Все, молчи. Офигеть, как красиво! Юми, не ругайся! Тихо же, ну! Мультик уже полчаса идет, а до сих пор не скучно. Потому что эпично! И музыка крутая. А мне больше персонажи нравятся. А мне картинки. Ребята, хватит болтать, вы же другим мешаете. Ого! Юмичу! Все молчу! Просто так круто! Юми! Ну круто же, да? Покемон! Сейчас точно молчу. А? Юмичу. Простите, может на второй сеанс сходим? Классный мультик, крутой мультфильм. Да, крутяк, мне понравилось. Вообще супер. Надо будет пересмотреть. Да, ребят, время не зря потратили. Столько впечатлений, надо будет пойти с моими друзьями и их детьми. Если, конечно, они еще не были. Как вы сказали, все дети любят сказки. Ой, стоп, а это что такое у меня в сумке? О, кто-то это тебе подкинул, точно. Ну вот, попались, говорила я вам, не палитесь, суйте поглубже. Тихо, киса Алиса. Что это такое? Серьезно? Это батарейки GP с персонажами из Снежной Королевы? Ох, признавайтесь, кто их купил и подложил мне? Не я. И не я? И уж точно не я! Но не Миша точно. Я вообще тут ни при чем. Понятно. Наверное, это меня опять заколдовала Снежная Королева, да? А не делай поспешных выводов. Может, Уна, мама Герды и Кая подкинула? Или король троллей? Угу, очень смешно, ребят. Ладно, это была я.
Снежная королева. Ясно. Это очень классно, конечно, батарейки с героями мультфильма, но зачем они вам, ребят? О, начинается. Объясните для не особо догадливых. Короче, Ань, тут это на упаковке. QR-код. Посмотри. Так, ну-ка. Уникальная упаковка с дополненной реальностью. Он ведет на приложение «Мир снежной королевы». Давай поиграем. Так, дополни реальность в 3 простых шага. Скачай приложение, наведи камеру на упаковку, играй, отдыхай. Блин, интересно. Ладно. Ура. Сканируй. Так, секундочку. Готово загрузить. Ух ты. Походу, Аня сама там залипнет. Ну чё? Вау. Ничего себе. Там разные игры. И многие из них дополнены реальностью. Да, я вижу, ребят, тут столько всего. Давайте попробуем вот эту, царь горы. Главное, не дать никому забраться на твою гору. Всех скидывайте и снежками кидай. Смотрите, как круто эта дополненная реальность. Создать метку. Теперь сделать фотку. И все, смотрите, ух ты, я типа на горе. Шевелю телефоном, и камера шевелится. А, тут кто-то хочет занять мою гору, они ползут снизу. Да, походу, мы Аню, ребята, потеряли. У меня прицел появился. А, в меня прилетел снежок, минус жизнь. Ладно, ничего, мэджики не сдаются, сейчас еще разок. Сейчас я тоже в него снежок кину. А если он в меня кинет, я подставлю щит. Ага, отлично. Так, снежок в него. А, я не успел. Блин, меня с другой стороны скинули. Неудача. Ай, ну все, хватит, может уже в другую игру, а? Да, слушайте, игр тут полно. О, смотрите, есть покоритель небес со значком GP. Поехали. Ух ты, у тебя на экране есть, а в комнате нет. Так это и есть дополненная реальность, Эйвен. Видите, у меня на экране в комнате как бы канат, мне его нужно отрубить. Так, о, и мы полетели. Покоритель небес, уровень 1. Когда я шевелю, получается, телефоном, вот эта вот штучка моя, акула железная, летит. А, в кружочек не попала. Мне вот эти штуки надо собирать. Так. У меня силы кончаются. Сейчас. Давай. О, у меня какое-то ускорение там было. Так, давай. Я же говорила, не получится там, получится в другой игре. Отлично, уровень 1 пройден, у меня 1790 очков. Кис, Алис, хочешь попробовать? Я хочу селфи. А, я поняла, тут можно делать селфи с разными персонажами. Хочу с Лутой. Я так и знала. Улыбочку. Покажи, что получилось. Получилось очень мило, и Лута случайно поставила свою лапку тебе на голову. А покемон сказала, хочет волшебное селфи. Да, с троллем Ормом. Так, волшебное селфи. Так, сейчас настрою. Чиз. Ну чё? Не всегда фото же получаются удачные. Давай еще разок сделаем. Вот это уже лучше. Потом в наш инстаграм повесь. Хорошо. Знаете, это и правда классно, когда можно так развлекаться, играя с героями. Если тебе нравятся фильмы, хочется продлить впечатление. Хоть вы и считаете меня взрослой занудой. И не забудь оставить ссылку на это приложение. Обязательно, Кисалис. Но не это ведь самое главное? Да, главное, чтобы ребята веселой компании сходили на мультик «Снежная королева» за зеркалье и посмотрели его вместе. Ань, а знаешь, почему ты для нас лучший друг и хороший родитель? Родитель? Почему? Потому что ты поддерживаешь все наши забавы. Если надо, остановишь, помиришь. А если надо, развеселишь. И пойдешь с нами в кино. Да, я такая. За это мы тебя и любим! Вы какие-то странные, как будто хотите меня умаслить. Нет, ты что, Ань? И зачем нам это вообще? Ну ладно. Так, стоп. Кажется, в сумке еще что-то есть. Я-то думаю, столько комплиментов. Я так и знала, вы не только батарейки без меня купили. Это еще что за куча мягких игрушек? Ань, но это же плюшевые северные троллята. Да, я поняла. Ну согласись, от них сложно отказаться, они же такие милые. Я согласна, это слишком мило. Дай! Какие же они чудные. Так что это будут мои дети, вот. Юми, но это дети друга Герды, тролля Орма. Да, из царства по соседству от Снежной Королевы. Мы и так смирились с тем, что ты король троллей. Ну и что? Вот вечно вы. И вообще, рано тебе еще детей иметь, ты сама еще ребенок. Вот опять начинается ущемление моих прав. Ань, ты их слышишь, да? Так, ребят, хватит спорить, мы же дружная волшебная семья. Давайте лучше помогите мне прибраться и придумайте, где ваши тролли будут жить. Если курицы живут в курятнике, значит тролли должны жить в троллятнике. Да уж, Алиса. Ну что, ребят, идите в кино. На мультфильм «Снежная королева Зазеркалье». Смотрите новые видео на других наших каналах. Короче, все ссылки ищи в описании. Да ты и сам все знаешь. Пойдемте играть в Снежную королеву. Я первая. Нет, моя очередь. Они еще не в курсе, что мы не просто игрушки. Ага.